такое светлая седмица? Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста. Светлая седмица так построена литургически, что она симметрична страстной седмице. Если страстная седмица – это было воспоминание о последних днях жизни Христа Спасителя на земле, его страдания, то светлая седмица – это сплошная песня церкви, прославляющая воскресение. В церкви читается только Священное Писание, а остальное все поется. Все каноны и крестный ход ежедневно. То есть это вот праздник в праздник, торжество из торжеств, и заканчивается антипасхой. Вот, воскресенье, которое противостоит самому светлому Христову воскресенью, это можно рассматривать, хотя богослужение в небольших своих частях отличается, но особенный такой торжественный вид облачения такого красного цвета, торжественного, и весь народ поет. И вот это такие дни, когда церковь вспоминает то радостное состояние апостолов, первых христиан, по поводу того, что Христос воскрес. Это была радость, потому что все, что он обещал, совершилось. Но антипасха для неподготовленного слушателя звучит страшно. Немножко надо греческий знать. Анти значит напротив. Вот у нас в церкви еще используется такой термин антифон, когда два хора поют попеременно, один против другого. Сначала один, другой. Это называется антифонное пение. А вот антипасха, значит, вот Пасха, которая завершает воскресенье, которое завершает вот эту седмицу.